Экономический рост во Франции снизился в первом квартале до 0,3%, на 0,1% ниже прогнозов экономистов. Индекс потребительской уверенности, который рос с 2015 года, упал до уровня 2007 года. По мнению некоторых наблюдателей, это может быть связано с неуверенностью относительно итогов президентских выборов. Французы также меньше потратили денег на отопление в зимние месяцы из-за относительно теплой погоды. Французский экспорт также сократился на 0,7% по сравнению с уровнем четвертого квартала прошлого года. С другой стороны, рост инвестиций ускорился до 0,9%, на 0,3% больше, чем в предыдущем квартале. По прогнозу Банка Франции, за год экономика Франции может вырасти на 1,3%.